Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова, и я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Вам стоит обратить внимание на свою семью. Прислушайтесь к советам близких. Возможно, обновление бизнеса и перестановка кадров. Телец. Возможны потери, связанные с друзьями, или сложное стечение обстоятельств, приводящее к незапланированным расходам. Профессиональные вопросы будут двигаться благодаря поддержке спонсоров или партнеров. Близнецы. Не исключено, что главные события будут происходить в семейной и романтической сферах. Вполне вероятны неприязнь, обиды и разлука. Рак. Вы можете взять на себя руководство неким важным проектом и собрать под свои знамена старых друзей. Благодаря этому и удастся подняться на другой профессиональный уровень. Лев. Большинство задач будут решаться с удивительной легкостью, а конкуренты либо отойдут в сторону, либо будут побеждены и разбиты. Дева. Это день трудностей и ограничений. Жизнь предлагает изменения. И хотя на первый взгляд они могут казаться бесполезными и непростыми, впоследствии Дева будет благодарна судьбе за ее суровые уроки. Весы. Вы будете твердо идти к намеченной цели и успешно добиваться задуманного. Но стоит помнить, что для достижения цели не все средства хороши. Скорпион. Вы можете получить доходы, о которых даже не подозреваете. Для некоторых представителей этого знака возможно приобретение недвижимости. Стрелец. Этот день для вас не совсем стабильный. Сложные супружеские и любовные отношения переживут очередной кризис. Возможны длительные поездки. Козерог. Вы можете поверить в то, что мечты сбываются, и сказка становится былью. У вас есть все возможности, чтобы реализовать все свои задумки и фантазии. Водолей. Вам придется приложить много усилий, как физических, так и моральных, чтобы совершить тот бросок, от которого будут зависеть ваш социальный статус, повышение в должности и зарплата. Рыбы. Если гнаться за двумя зайцами сразу, велика вероятность растратить энергию впустую. Непростой период в общении. Возможно, что выяснятся неприятные моменты, и с кем-то из друзей придется расстаться.